Для 15-летнего Максима Бублевича настоящий мужчина не просто слова. Он серьезно относится к этой роли и готовится к ней с юных лет. Уже второй раз парень оздоравливается в военно-патриотическом лагере и намерен приезжать сюда еще. Строгий режим школьника не пугает. Ранний подъем и спорт уже давно и основательно вошли в его жизнь. Буду поступать в академию. Я так подумал, что мне для казарменного режима это понадобится, чтобы уже знать, как все должно быть. Ну, какие-то навыки все равно понадобятся в жизни. «Патриот» находится на базе 83-го инженерно-аэродромного полка. У школьника все как в армии, по уставу. Распорядок дня, подъем по команде, зарядка, уборка расположения. Но поблажки есть. Лагерь все же детский. Здесь отдыхают 25 ребят от 11 до 16 лет. С ребятами проводятся занятия по военной тематике, то есть занятия по связи, сборка, разборка автомата Калашникова и различные другие военные занятия. Лагерь уже в 10-й раз открывает свои двери для юных армейцев. Впереди 9 незабываемых дней. Для школьников созданы все условия, чтобы отдых был максимально комфортным, продуктивным и интересным. Конечно, есть и свободное время, чтобы пообщаться, спеть под гитару или побыть наедине с собой. Питаемся в кафе «Авиатор», пятиразовое питание, свежий воздух, погода, слава богу, позволяет хорошо отдыхать, используя, проводить время. Работают педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Каждый день к ним приезжает педагог дополнительного образования, проводит с ними интенсивные мероприятия. Патриотическое воспитание – это первый шаг на пути становления настоящего мужчины. И военный лагерь идеально подходит, чтобы направить школьников по верной дороге. Первая смена здесь завершится 13 числа. Вторая продлится с 19 по 27 июля. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.